Москва. Кремль, украшенный коронационным торжеством. Вид на самое высокое здание Москвы до 1917 года. Колокольню Ивана Великого. Сейчас начнется коронация императора Николая II. Государь спускается по Красному крыльцу. Это первые сохранившиеся кадры российской кинохроники. Шествие в древнейший в Москве Чудов монастырь. Сотни священнослужителей молятся вместе с царем. Такая симфония свидетельствует об особом литургическом статусе императора. Он был единственный в мире, над которым таинство миропомазания совершалось дважды. Помазание Божие. Молебен. Молитвой была пронизана вся жизнь государя. Он бывал на молебнах не реже, чем священнослужитель. Император и наследник целуют крест и помазуются освященным маслом. Государю кропят руку святой водой. Члены царской семьи и священник взаимно целуют руки друг у друга. Так принято только между священнослужителями. Но поскольку царь имел особый сакральный статус, помазанник, священники целовали его руку, а также членам царской семьи. Государя всегда встречали с крестом. Вновь непременное взаимное целование рук священника и членов царской семьи. И провожали государя крестом. Выход из Николаевской церкви Евпатории. Надпись поверху врат. «Господи, храни царя!» Государя благословляет архиепископ Таврический, князь Дмитрий Абашидзе, ныне причисленный к лику святых. Благословлял и сам царь. Перед отправкой на фронт император напутствует воинские чины иконой Всемилостивого Спаса. Уже после царя иконы благословляет священник. Император Николай II и великие князья несут раку с мощами преподобного Серафима Саровского. На уникальных кадрах из Дивеево все сословия России вместе в едином порыве шествуют за священной ракой святого Серафима. Император Николай II настоял на проведении 8 канонизаций. Это большее число прославлений, чем за предшествующие 200 лет истории России. Закладка морского храма в городе Ревеле, Таллине. Дети императора по очереди кладут монетки. Архиепископ Рижский Иоанн освещает пластинку с надписью о времени закладки. Пластинку кладет в основании государя. Члены царской семьи по очереди помещают в основании первые кирпичи. Государь вместе с семьей непременно участвовал в закладке новых храмов, важнейших военных и гражданских объектов. Многие из них не потеряли своего значения и поныне.
закладка храма первого лейб-гвардии стрелкового полка. Справа протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский. Император Николай II кладет кирпич в основание церкви. Закладка храма в русском Феодоровском городке Царского села. Особый статус государя делал его покровителем разных религий. Самая большая мечеть в Европе за пределами Турции была построена в Санкт-Петербурге по велениям императора Николая II. Мечеть посещает эмир Бухарский и Узбекистанский, вассал Российской империи. Молитва российских мусульман на коронацию императора. Всевышний Господь, молим Тебя, наполни сердца всех верноподданных царя нашего беззаветной любовью и преданностью к Нему, дабы мы могли быть достойны Его. У ханской мечети в Евпатории мулла с хлебом солью встречает государя. Царская семья проходит в мечеть. Дацан, буддийский храм, самый дорогой в Европе, был устроен в Санкт-Петербурге личным повелением царя на средства казны. Император Николай II принимает приветствие Гахама, религиозного главы всех караимов. Их вера вышла из иудаизма. Но прежде всего царь ратовал о восстановлении русского благочестия. При императоре Николае II в храмовой архитектуре возобладал древнерусский стиль. Пример такого стиля – Феодоровский собор Царского села. Великие княжны имели старинные нательные кресты 17 века. На них не принято было изображать распятие. Паломничество царя. Киев. Мать городов русских. Парад в честь празднования 300-летия дома Романовых. На заднем плане древнейший Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Крестный ход в Киево-Печерской лавре. Впереди митрополит Киевский и Галицкий Флавиан. За ним царская семья, великие князья, лица свиты, монахи, Петр Аркадьевич Столыпин. Москва. Торжественное шествие рядом с храмом Христа Спасителя. Впереди митрополит Владимир Богоявленский, будущий первый архипастырь-новомученик. Паломничество царя в Троице-Сергиеву лавру. Рядом с государем митрополит Владимир Богоявленский. От лавры отъезжают императрица Александра Федоровна, государь, цесаревич Алексей, которого на руках подносят к экипажу.
великая княжна Ольга. В следующем экипаже великие княжны Татьяна, Мария и Анастасия. Великая княгиня Елизавета Федоровна. Московский Знаменский монастырь, что на старом государевом дворе на Варварке. В XVI веке двор на Варварке принадлежал боярам Романовым. За царской семьей следует ныне причисленный к лику святых митрополит Московский и Коломенский Макарий Невский. Государь с семьей в Новоспасском Ставропигиальном монастыре. Император рассматривает макет Спасо-Преображенского собора. В его подвальной части похоронены представители бояр предков царского рода Романовых. О реставрации собора рассказывает настоятель Новоспасского монастыря архимандрит-миссионер Макарий Гневушев. В 1918 году он был расстрелян чекистами, а ныне причислен к сонму святых новомучеников Церкви Русской. Костромской, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Отсюда был призван на царство первый государь из династии Романовых. Паломничество в Ростов-Великий. Царская семья выходит из ворот Кремля. Наследник вновь на руках казака. Он не может полноценно ходить. Будущий патриарх Московский и сия Руси, архиепископ Ярославский Тихон, делает прощальный поклон. Спасо-Бородинский женский монастырь. С паломничеством царская семья соединяла регулярные крестные хода с древними чудотворными иконами. На Бородинском поле крестный ход с иконой Божией Матери Смоленская. Шествие с иконой Богородицы Феодоровской. Водосвятный молебен у иконы Пресвятой Богородицы Знамени. Ставка. Крестный ход с привезенной из Москвы реликвией, иконой Божьей Матери Владимирской. Чудотворный образ Аранская Владимирская, святыни Нижегородской земли. Москва. У входа в часовню в честь иконы Пресвятой Богородицы Иверская. Венценосная семья целует крест, ее окропляют святой водой. Среди присутствующих великая княгиня Елизавета Федоровна. Редкие зимние кадры. Могилев. Крестный ход на Богоявление. Идут нижние чины с хоругвями. Сон духовенства. Архиерей несет над головой честной крест для освящения воды.
За духовенством следует главнокомандующий, император Николай II. Ливадия. Государь христосуется в своем дворце с воинскими чинами. Каждый год за первый день Пасхи царь давал пасхальное целование около 500 братьям во Христе, буквально всем, кто находился в тот день рядом. Последняя Пасха перед арестом. Государь христосуется с казаками конвоя на фронте. Христосуется с нижними чинами. На заднем плане церковь. На протяжении всего царствования государя сопровождали пышные религиозные церемонии. Царь находился на недосягаемой высоте, был отцом для всех подданных всех вероисповеданий. Все чинно, благородно, все по регламенту. И в то же время император Николай II отличался удивительной простотой. Мы видим крестный ход царской семьи вместе с представителями всех сословий. Женщинами, детьми, казаками, нижними и другими воинскими чинами. Государь и народ молятся вместе, рядом друг с другом. Простота царя видна и из того, как он отдыхал. Царь любил активный отдых. Вот государь подплывает к цесаревичу Алексею на байдарке. Нелюдимо наше море, день и ночь уметано, в роковом его просторе много век потребено. В роковом его просторе много век. Мы видим финские шхеры, острова. За 20 лет царствования император в общей сложности почти год провел на отдыхе в Финляндии. Царская семья любила большой теннис, в то время входивший в моду. Играла и императрица Александра Федоровна.
Ракетку, правда, сейчас так не держат. Мы видим два корта рядом. Великие княжны играли парами с офицерами и придворными дамами. Великая княжна Татьяна. Великая княжна Анастасия. Государь и офицеры рассматривают охотничьи трофеи – оленьи рога. Но традиционное занятие аристократии – охоту – царь несколько недолюбливал и посещал ее реже, чем его предшественники. Державшийся в церкви незыблемой традиции, в быту царь любил все новое. Автомобильные прогулки были модными. Императорский гараж был одним из самых больших в Европе и насчитывал 9 личных, а в общей сложности 56 автомобилей. К слову сказать, сейчас на экране проходит и встает справа доктор Евгений Боткин, будущий страстотерпец. На радиаторе автомобиля царица любила ставить знак свастики – древний христианский символ. Крым. После прогулки по горам императорская семья и свита садятся в автомобили. Слева мы видим французский Делано Бельвиль. Это любимая царем марка автомобиля. Справа фаэтон Мерседес. Позади них Рено. Французские машины в то время были в чести. При 40 лошадиных сил Рено достигало скорости 100 км в час. Первым отъезжает Делано Бельвиль. В машине немножко помогают. Далее идет Мерседес, Рено и другие. Игры на яхте «Штандарт». Офицеры и царская чета бросают кольца на расчерченное полотнище, стараясь попасть в определенный сектор. Игра незамысловатая. Бросает император. Идет подсчет очков. На
На палубе штандарта водит хоровод великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия с наследником Алексеем. Обычные дети. И, кажется, падают они нарочно. Цесаревич в платье. В то время до 3 лет так одевали и мальчиков. Простые дети. Простые игры. И не надоест же им бегать взад и вперед. Не надоест. А кто в детстве не ездил верхом? Игры в салки, в мяч, великая княжна Анастасия. Царские дети и офицеры катаются на незамысловатой карусели. Это даже опасно. Присоединился и сам император. Удержится он или нет? На яхте «Штандарт» великие княжны играют с младшими офицерами. Армия цесаревича Алексея. Строевые занятия. Все прыгают с мостика, купаются, а наследник нет. Вероятно, ему не разрешили, ведь цесаревич был болен гемофилией. Один небольшой удар мог спровоцировать внутреннее кровоизлияние и тяжелые многодневные боли. В то время о его болезни никто не знал, и наследник старался не подать никакого вида. Боцман Андрей Деревенько катает цесаревича и юнг в гамаке.
Куча мала. Как тут убережешься? Но наследник всегда старался играть наравне со всеми. Дядька деревеньку у руля, на веслах цесаревич и юнга. Наследник Алексей старается активно грести. Он не боялся кровоизлияния, мучительной боли и даже смерти. Хотел быть и был, как все мужчины. Наследник Алексей учится сидеть верхом на лошади. Одни из последних кадров. Цесаревич играет с собакой по кличке Джой. Этот сюжет постановочный. Показать, что наследник здоров. августа 1916 года. Одна из последних съемок «Венценосцев». Семья спускается по лестнице. Все радостные в предвкушении речной прогулки. Цесаревич с медалью за храбрость, с собакой Джой. Она будет с семьей и в Ипатьевском доме. Обратим внимание на некоторые моменты в мимике и движениях членов царской семьи. Государь провел рукой по кителю, по ремню. Это 1913 год, празднование 300-летия дома Романовых. Взаимное целование рук епископа и царской четы. Государь отдает честь и поправляет мундир сзади, поглаживает усы, теребит перчатки.
принимает хлеб-соль и поправляет рукав. При внимательном просмотре царь кажется обеспокоенным. Мнет перчатки. Поглаживает мундир. Вновь теребит перчатки. Гладит усы. Поглаживает край и рукав кителя. Свою руку. Привычку что-то поправлять государь имел с молоду. Кадры до 1903 года. Молодой царь поправляет аксельбант. 1914 год. Царь трогает фуражку. Бит уставший, опять теребит фуражку. Ремень. Рука, кажется, чуть подтрясывается. У государя мешки под глазами. Видно некоторое раздражение. Офицеры рядом сосредоточены. Другой кадр того же времени. Мешков под глазами уже практически нет. Царь выспался. Принимает хлеб-соль. Император после освящения Феодоровского собора принимает икону. Царь в хорошем настроении, улыбается. Справа императрица на благотворительном базаре в Ялте за прилавком начинает нервничать и выговаривает, что что-то выложено не так. А вот, завидев старого знакомого, она уже улыбается. По центру Анны Вырубова. Цесаревич немножко пошаливает. Обратим внимание на интересную деталь. Императрица всегда кланялась, низко опуская голову, с особым почтением к окружающим. Вдовствующая императрица Мария Федоровна кланялась слегка, с большим чувством собственного достоинства. Великая княгиня Елизавета Федоровна также сдержанно наклоняла голову. Императрица низко кланялась всегда. 1900 год. Выход в Кремле в начале царствования. Тот же выход с Красного крыльца через 13 лет. Но царица приветствовала окружающих не только на торжествах. Вот она выходит из госпиталя. Великие княжны часто и мило улыбались. Как сейчас. Справа по кадру великие княжны весело болтают с офицерами.
часто и открыто улыбалась и родная сестра царя Ольга, всю войну прослужившая в госпитале на передовой. 4 октября 1916 года. Праздник собственного Его Величества конвоя. Эта киносъемка оказалась для царской семьи последней. Император ушел. Мы остались.